Еще одна книга с коллекции кружка приморских марксистов на Пушкинская, 25, где так, что вы можете прийти, получить, взять, почитать спокойно. Она в открытом доступе. Брошюрка маленькая, это работа Ленина, называется «Письмо к американским рабочим». Чем примечательна эта работа? Она была написана уже после заключения Брестского мира, когда на большевиков, мягко говоря, все ополчились. Типа, так и так, они там, вплоть до того, что немецкие агенты и тому подобная чушь. Вот. И Ленин в данной ситуации пишет письмо к американским рабочим, передает их через большевиков в Америку. В Америке коммунисты умудряются это письмо напечатать в американских газетах, и они спокойно, данное письмо дошло до своих читателей, и люди в Америке спокойно смогли понять, что к чему и почему. В данной работе Ленин объясняет, почему пришлось заключить Брестский мир, почему он вышел так неудачно, сложился, и почему на это пришлось пойти. Ленин прекрасно объясняет дотошно, что к чему, почему. И, собственно, вывод делается единственный и логичный, что товарищи коммунисты, борьба не закончена, мировая революция впереди, все еще будет, несмотря на то, что, к сожалению, в данный момент в России случилось такое несчастье, как Брестский мир. Работа 20 августа 2018 года, то есть уже начало гражданской войны, грубо говоря, уже начинаются первые восстания и бунты внутри Советской России. И поэтому всякая международная помощь на тот момент была очень важна, полезна и необходима. Представьте примерно сегодня, да, вы пишете письмо, объясняете, что у вас случилось, почему, отправляете в Америку, и там его публикуют во всех СМИ.